за рулем еду я. Испугаться могу. Орать буду. Правее. Так, а! Стой, стой, куда же ты, стой? Меня позвали сюда по совершенно другому поводу. Я такой подставы не ожидала. Можно сказать, что меня заманили обманом. И сейчас мне придется поехать вот туда, вот туда. И еще даже не представляю, куда. А сейчас я сажусь в машину и думаю о том, что было бы неплохо простелить себе непромокаемую пеленочку. Это там наверху так позорно воротником, что ли, застрял? Боится, ему очень сыкотно, явно, явно очень. Так, ну ладно, давай не будем показывать, что это на самом деле был не воротников, выключайся. Я заранее хотел бы извиниться за то, что я выложил видео с корветом действительно раньше, чем ты. Совершенно случайно узнала о мероприятии, которое заканчивается уже в эти выходные 2 октября. Можно совершенно бесплатно приехать в парк Горького и покататься на Toyota RAV4 вот в таких вот режимах. Пожалуйста, приезжайте. По ссылке в описании можно зарегистрироваться, еще раз бесплатно приехать. Очень круто. Я сейчас покаталась, у меня вот такая вот голова эмоций. Вот, так что очень вам советую, приезжайте, можете прекрасно провести выходные. Обновленная версия Toyota RAV4. Так. Двигатель. 2,5 литра, 180 лошадиных сил. Автомат шестиступка. Все верно. С функцией секвентального переключения скоростей. Постоянный полный привод. Постоянный полный привод думающий, умный. Может перекидывать крутящий момент с передней оси назад. То есть все вот эти вот чудеса, которые мы сейчас будем делать, они типа безопасны, все да, правильно, для нас? Все правильно, да. Приезжай, посмотришь на Рафик обновленный, вот тебе и приехал. Ну, вы не пожалеете, что приехали на самом деле. Я вот сейчас смотрю вот на этих людей вот там вот на горе, и они явно не хотят съезжать, потому что у них булки сжались, наверное, в максимальной степени сжатия, да? Ребят, ну а если серьезно, чтобы не превращать весь этот выпуск в некое комедийное шоу, я вам расскажу так. Когда-то давно, около полугода назад, когда RAV только обновился, мне выдали его для того, чтобы я могла полноценно его протестить. То есть я ездила на этой машине, не помню, то ли 2, то ли 3 месяца. И снимала тест-драйв, на всякий случай дам вам ссылку в описании к этому видео, посмотрите, если вам будет интересно. Если готовы, с левой стороны можем начинать вождение. Я не понимала, в чем секрет. Да, понятно, Toyota надежная. В России это любят, особенно сейчас, когда денег у людей не так уж и много. Я сама в японских автомобилях это очень ценю. Надежность для меня на первом месте. И сейчас, когда у меня периодически происходят глюки у моего личного автомобиля, у Mercedes GLC, я, конечно, сильно расстраиваюсь и с тоской вспоминаю те времена, когда у меня был Land Cruiser. Машина очень приятная во всем. То есть вот сел, поехал, думаешь лишь о том, чтобы топливо не закончилось. Все, больше ты не думаешь ни о чем. В автомобиле у нас 4 камеры, нет, на паркинг. Ага, сейчас, я хочу ровненько стать. Mm-hmm. Я же девочка, у меня все должно быть аккуратненько. Все правильно. То есть это положение руля, то есть так, куда мы повернем. А синяя линия – это фактическое нахождение. А где вот то, что сверху, когда сейчас было? Сейчас все будет. Ставьте в паркинг. Если вдруг мы заехали в гараж,
в узкий, и нам надо выйти и при этом не помять автомобиль, мы можем включить камеру кругового обзора, посмотреть, есть ли у нас там препятствия, и выйти из автомобиля. Также есть вид изнутри. Не, вы видите, как я аккуратненько припарковалась, да? Ровненько. А потом начинают говорить, что блондинки, руки из попки. На себя посмотрите, кто так сможет припарковаться. Между прочим, сделай это очень быстро. Дальше у нас боковой уклон. Угол здесь 30 градусов. Это что за подстава? Посмотрим, как наш полноприводный автомобиль справляется. Посмотрим, как Лена орет, вы хотели сказать. Пока прямо. Теперь так. Правее. А давайте местами поменяемся, чтобы если бы он будет, когда точнее он будет падать, чтобы он на вас падал, а не на меня. Правее. Так, а теперь сделаем диагональное вывешивание. А теперь сделаем кувырок через голову. Налево. Прямо. Это у нас диагональное вывешивание получилось. У меня было 100% ощущение, причем 2 раза подряд, что мы сейчас ляжем на бок. Мы не легли. Останавливайтесь. Пошли они со своими тест-драйвами. Не просто так у нас в России Toyota ежегодно становится автомобилем года. Не только Rafik, но целый ряд моделей. По крайней мере, в прошлом году, насколько я помню, был Land Cruiser и Hilux. Ну, любят у нас эти автомобили. RAV был тоже неоднократно. Автомобиль года, как вы знаете, это мои друзья. Я очень доверяю этой премии. Это народное голосование. Мы с вами выбираем лучшие автомобили. И среди них, ну вот, так вот уж мы с вами выбираем. Видимо, по праву и по заслугам есть и Toyota тоже. Что же касается автомобиля года, сейчас, ребята, идет голосование. Пожалуйста, переходите по ссылке в описании. Заходите. Это сайт, которому я абсолютно доверяю. Там все абсолютно бесплатно. Это наше с вами мнение. Нужно голосовать. Нужно выражать свое мнение, нужно давать понимать аудитории и всем другим людям, что на самом деле любит Россия с точки зрения автомобилестроения. Я гигант! Я могу двигать автомобили! Я сегодня в зал ходила с утра, заметно? Все, давайте я вас подтолкну под задницу, а то вы сами-то не съедете уж никак. Поехали! Высота подъема 7 метров. Прям можно, вот, да? Прям то есть можно, прям да. Лезу, да? Где скажу, там остановитесь. Что? Чуть-чуть правее. Останавливайтесь. Стоп. На тормоз. Отпускайте тормоз. 4 секунды она будет держать. Сейчас покатится. Спускаться назад? Нет. Это система ХАК. Это система помощи на подъемах. То есть она дает нам возможность перевести ногу с педаль тормоза на педаль газа. 4 секунды на это дает. Можно я сейчас Лену сфотографирую? Леночка, ты какаешь? Страшно, поехали. Отпускайте педаль. 4 секунды она будет держать. Сейчас опять отпустит. Где скажу, надо будет остановиться наверху. Руль прямо. Ползуть, гады! Лена, не упади назад, ради бога, у тебя там пропасть. Там метров сколько? 20 лететь? 7, да? Кажется, что 20 реально. А мы тебя не пустим! Не то, чтобы я очень хочу пережить заново этот ужас, но просто спускаться ногами... То есть это не то, чтобы тебе очень страшно, но тогда, Лена, до свидания. Активировали систему DAC, отпускайте тормоз. Отпускайте педаль. Отпускайте. И с комфортной скоростью. Не, мне прикольнее всего на Лену смотреть заднее зеркало. Ошалелая Лисовская тут бегает по площадке.